Не стоит забывать, что зимнее ночное море таит в себе немало опасностей. Чтобы максимально исключить возможные происшествия и сделать купания безопасными, специалистами «Кубань-Спас» была проведена масштабная работа по очистке территории Малой бухты от мусора и опасных для здоровья человека предметов. Группа водолазов метр за метром обследовала дно и провела под водой настоящую генеральную уборку. В данный момент территория очищена и пригодна для купания. Никаких вреда жизни и здоровью жителей нет.